Facebook объявил, что он теперь называется Meta и будет двигаться к созданию метавселенной. Что это значит для инвесторов и как на этом заработать, не покупая Facebook, а другие компании, сейчас расскажу. Смотрите, у меня есть очки виртуальной реальности Oculus. Их производит одна из компаний, которая владеет Facebook. И я понимаю, что метавселенная и Маск, то, что сейчас делает, вот вы видите, он появляется в виртуальных очках, в очках виртуальной реальности. То, что он делает, это сейчас более сильно будет внедрять VR и AR, короче, технологии дополненной реальности в нашу с вами жизнь. Поэтому нужно обратить свое внимание на те компании, которые так или иначе причастны к разработке виртуальной реальности, к движкам, на которых делают игры виртуальной реальности, и всему тому оборудованию, которое так или иначе связано с виртуальной реальностью. И сейчас прямо на экране вы видите список из нескольких компаний. Это вам приятная от меня зацепка, подарок, в какую сторону копать, что покупать уже прямо сейчас, потому что как только Цукерберг больше выкатит всякого на рынок, расскажет, что именно он собирается делать, какие именно там инновации, тогда эти компании начнут расти. А мы сейчас с вами как инсайдеры покупаем, потому что вот эта вот, например, компания, она в моем портфеле уже находится больше полугода и уже хорошо подросла к текущему моменту. На ее движке делают многие VR-игры. Соответственно, почему бы ее не держать в своем портфеле? И я понимаю, что это будет хорошая инвестиция на ближайшие 2-3 года, когда Facebook будет более активно это все продвигать, другие разработчики придут к этому движку, и их доходы вырастут. Поэтому, как говорится, в золотую лихорадку богатеют те, кто продает лопаты, ну или кирки. Соответственно, мы с вами должны сейчас найти компании, проанализировать и добавить в свой портфель те, которые так или иначе выиграют от внедрения виртуальной реальности и всего того, что будет связано с метавселенными. Вот и все. Подписывайтесь на канал. Про такие компании, как только я их буду находить, анализировать и понимать, что они стоят того, я буду снимать отдельные ролики на этот канал. Поэтому подписывайтесь. Видео выходит 2 раза в день. Ставьте лайки, если видео было полезным. И увидимся уже совсем скоро. Я думаю, что уже в ближайшие 12 часов будет новое видео на этом канале. Будем прокачивать вашу инвестиционную, финансовую и криптограмотность вместе.